Target Rehabilitation and Nursing Center. Вот тут на берегу океана специальный центр для пожилых людей, чтобы привести себя в порядок. Seagate. Мы едем в районе West 27 улицы и по Surf Avenue. Вот тут видите, стройка какая-то намечается, непонятная. Вот это дома для малоимущих из красного кирпича. Вот здесь тоже дом для каких-то непонятных людей, немножко умственно отсталых даже. Вот. А вот здесь начинается так называемый, как он называется, лунопарк. Но здесь такие большие площади пустуют на таком шикарном месте на берегу океана, что просто сердце кровью обливается, честно говоря. Вот, а с другой стороны, вот сейчас я тоже покажу, там жилые дома. Такие вот. И впереди Surf Avenue. А вон там за высотными домами впереди Брайтон. Вот здесь лунопарк со всякими аттракционами. Ну что-то мы туда очень редко ходим. Честно говоря, мне это место не очень нравится. О, мы повернули, да? Мы повернули. По такой маленькой улочке едем. А куда ты меня везешь, Саш? Куда? Молчи. Не говори никому. У нас сегодня операция «Ы» и другие приключения наши. Ха-ха, у нас операция «Ы». Мальчишки пошли с прическами красивыми. Мальчишки всякие пошли. Да. Так, это мы едем по West, какой? 20-й, да? Тут практически промзона какая-то. Этот район ужасный промзонный, но нам его надо проехать. Промзона тоже здесь есть, очень даже большая. Очень даже большая промзона. Так, дальше мы сюда выехали. Это что, Neptune, да? Neptune Avenue. Тоже с какой-то промзоной. Видите, вон там какие-то Verizon-овские машины стоят на приколе. У них целая там зона, где машины паркуются. Вот, а мы опять налево поворачиваем. Там ребята моют машины, тусуются заодно. Вот видите, сколько много ребят. Ну, скорее всего, нелегалы, да, вот эти, которые... Машины-то обтирают. Нелегалы они, Саш, наверное, да, я так думаю? Кто его знает? Не обязательно нелегалы, да? А мне кажется, они все-таки нелегалы в основном. На кэш, которые работают здесь. Вон они там. Тут такая большая автомойка на этом углу. Вот там машины моются.
мексиканцы тоже. Они так всегда чаевых ждут, когда вот машину моют, и у них специальные даже бывают бочечки такие стоят, емкости всякие, где они денежку туда кидают им. Вот видите. Поехали вот туда прямо. Пока прямо. А мы подъезжаем вот к этому большому-большому магазину Stop & Shop. Сейчас пойдем в магазин. У нас сегодня операция «И». Мы сдаем баночки из-под пива. Ой, не могу. А у нас не все баночки берет. Вот видите, сколько у нас уже денег накопилось? 35 центов. Ой, солнышко только плохо очень видно, да? 35 центов. Раз. Так. Дальше. Видите, какие тут у нас вон аппараты? Сейчас я... Так, взяла. Взяло, да? Это не берет. А, взяло. Видишь, оно умная машина. Оно там... Оно там принимает, и оно считывает каким-то образом. А это не берет. А ну-ка вот эту возьмет. Не берет. Вот раз, оно и встало. Не берет. Не берет. А почему? Ну вот это такие баночки не берутся. Почему? Итого мы сдали 40 штук на 2 доллара. Вот, теперь нажимаю вот эту кнопочку. И идет ресит. Берем ресит. И с этим реситом идем в магазин покупать всякие делишес.